Кто у тебя в шкафу? Не поняла? Ты забыла, что я все-таки детектив. Ванный пар, только что там кто-то был. И волосы у тебя сухие, здесь кто-то посторонний. Тот, кто поднял крышку унитаза. Под кроватью его нет, значит, ты затолкала его в шкаф, услышав, что я вернулся раньше времени. Ну, кто у тебя в шкафу? О, Господи, ничего не меняется. Ты просто маньяк. Значит, не скажешь. Хочешь, чтобы я открыла шкаф? Хорошо, я это сделаю. Хочешь убедиться, что ты псих? Пожалуйста. Нет. Спасибо. Можешь не открывать. Я сделаю вот что. Досчитаю до трех, а потом выстрелю в шкаф. О, черт. Я передумаю, если скажешь правду. Раз. Позвони психоаналитику и скажи ему, что у тебя крыша поехала. Всегда говори правду. Два. Как ты смеешь приходить домой и вытворять такое? Три. Нет! Как она тебе, Майк? Спокойно, не делай глупостей. Так как? Насколько твоих пальцев тянет? Так получилось. Ну, конечно. Просто случайность. И никто не виноват. Так, случайность. Споткнулся, упал и нечаянно воткнул член в мою жену. О, пожалуйста, простите, леди, я был так неловок. Джо, опусти, пожалуйста, револьвер. А, да, револьвер. Да, Сара, ты права. Я тронулся. Взять. В голову или в живот? Джо, сколько мы с тобой дружим? Ты хочешь сказать, дружили? В живот? В живот?